Всем привет! С вами снова Димас. Вы на канале Cooks Brother Cooks. С вами оператор Антон, который вечно улыбается, смеется за кадром. Но это не страшно. Главное, что мы сегодня для вас сегодня приготовили. А будем готовить для вас куриную шурпу. Вот перед вами наши ингредиенты. Тут набор стандартный, ничего нового. Но приготовлено будет достаточно интересным способом. Возможно, кто-то таким способом уже готовил. Ну, как бы шурпа — это такое блюдо. Все любят его готовить. И в первую очередь мужчины. Так что мужское блюдо такое. Целая курица здесь, цыпленок, картофель, лук, морковка и чеснок. Также мы будем использовать сельдерей, перец болгарский и томат свежий. Масло растительное и набор специй. Ветер у нас немножко поднялся, немножко специи улетает. Ничего страшного. Все, ингредиенты мы посмотрели. Начнем нарезку. Берем болгарский перец и режем такими вот соломкой, можно сказать, брусочками. Вот сельдерей нарезаем также. Нарезаем морковь. Морковь нарезаем тоже крупно. Мельчить не надо. Погода сегодня чудесная. Стоит высокая температура. Градусов 10. Возможно, даже до 15 на солнце поднимается. Чудесно. Так и хочется пойти и искупаться в речке. Но месяц апрель. Мы не забываем об этом. Можно легко простудиться. Вот морковку нарезали. Нарезаем лук. Лук сегодня будем нарезать полукольцами, но немножко с внешней стороны. Нарезка такая. Вот. Нарезаем картофель. Можно нарезать на 4 части, можно нарезать просто пополам. Мы будем сегодня нарезать пополам, просто крупная нарезка. Естественно, большое на несколько частей. Приступаем к нашей курице. Вот, курицу мы нарежем крупно. Лишний жир мы, естественно, срежем. У нас тут бегают собачки, и как бы они это все у нас доберут потом. Отрезаем крылышки. Здесь жир тоже можно срезать, но он лишний, она нам ни к чему. Вот, и просто разделываем по классике. На бедро. Отрубим эти косточки, они нам тоже ничему. И, я думаю, на две части точно разрубить стоит это бедро. Слишком большой кусок получится. Так, приступим к нашей курице. Грудки и спинки. Разрезать грудь и тоже порубить на крупные куски. Грудка поварится. Дети очень любят грудку. Здесь у нас остается косточка, спина и шея. Ну, это просто рубим. Это у нас кто любит в этом поковыряться. А так это чисто для навара, для бульона. Мы смело рубим, как бы чтобы сильно не отбить себе, можно использовать полотенце, когда вы бьете. Ну а так, если очень хороший ножик, вы смело разрубите любую куриную кость, она достаточно слабая. Вот курицу мы тоже нашу нарезали. Вот останется у нас только
томаты и чеснок. Вот, так что приступаем. Сейчас обжариваем курицу. Идем к нашему мангалу, где раскалился казан. Вот, единственное, что мы будем сегодня делать, это обжаривать курицу. Все остальное, наши овощи, мы будем кидать в сыром виде. И для интересного придания вкуса и аромата нашей шурпе. Все, увидимся у казана. Ну что, ребята, наконец-то мы добрались до казана. Он у нас уже почти раскалился, достаточно хорошо. Нам сейчас нужен максимальный огонь, потому что мы будем обжаривать курицу, и она должна схватиться прям отлично, и потом уже дожариваться, чтобы как бы колерочек был. И так что мы добавляем масло. Ну, грамм 150. Ну, масло, да, мы раскалилось. Будем сейчас обжаривать наше мясо. Не буду ложку класть. Сейчас мне оператор любезно подаст мясо. Смело и уверенно. Масло, естественно, брызгается. Оно горячее. Без этого никуда. Вот. Главное делать это уверенно все, даже если огонь. Ну, курочка у нас постепенно пообжаривается, колируется. Мы ее будем хорошо обжаривать, потому что нам нужен хороший бульон. Мы могли ее кинуть сразу все, прям в сыром виде в бульон, даже не в кипящую воду просто. Вот. И у нас получился обычный бульон, как бы, как дома, как вы готовите дома. А здесь мы обжарим. Обогатим наше мясо жиром, колером и, естественно, воздухом. Мясо насытится этими ингредиентами нашими, интересными, главными ингредиентами. И при варке бульона она все отдаст это, и будет очень волшебный золотистый бульон. Добавим немножко соли со специями. Больше ничего не будем добавлять пока. Чуть соли, присолим. Может быть, кавказские травы откроют еще какой-то аромат. И мы добавляем нашей ключевой воды. Где-то литра 4. Смело. Полностью, чтобы курица наша покрылась водой. Смотрите, сколько жира она дала. Ну, я налил маслица туда, конечно, грамм 150-200. Но она много дала жира. Из-за того, что мы сильно ее обжарили. Открываем крышкой. Добавляем температуру. Ждем, закипит. Снимаем пену. И варим буквально. Курица быстро варится у нас. Час. Это, в принципе, отличный результат будет для нашей курицы. Это не домашняя курица, к сожалению. Ну... И, к счастью, мы варили ее часа 3-4. Вот. Это магазинная курица, местная наша рязанская. Ну что, ребята, у нас отличная погода. Мы загораем. И от костра, и от солнца. Там палит вообще тоже нормально. Вот. Открываем крышечку. Хо-хо. У нас отлично кипит наш бульон куриный. Варится он примерно где-то, ну, 45 час-час по времени. Вот, мы это все время, естественно, снимали нашу пенку. Вот, естественно, мы добавили немножко водички, потому что бульон выкипает, это естественный процесс. Вот, добавив холодной воды, мы, естественно, немножко бульон осветлили. Это есть такая фишечка небольшая. Вот. И сейчас мы уже добавляем наши овощи. Лук, морковь и сельдерей, перец. Немножко дадим утонуть нашим овощам. Чуть помешаем. И варим минут 5-10, и затем уже добавляем картофель.
Вот. Добавили картошку. Пока закинули картошку, мы нарежем наши томаты. Сейчас их тоже закинем. Вот чесночок раздавим и тоже крупно нарежем. Шурпа любит, когда все крупно. Нарежем также лук зеленый, но мы его добавим в конце. Сейчас не будем добавлять. И добавляем наши томаты и чеснок. Добавим часть лучка. Добавляем специи. Главное, что у нас осталось, это специи. Добавляем нашу свежесушеную зелень. Шурпа вообще без зелени никуда. Добавляем наш соус. Чуть соли. Ну, где-то почти столовую ложку. Лавровый лист. 5 штучек. И 2 камикадзе. А также 15 горошка перца черного. И обязательно душистый перец. Ну и куда без молотого перца черного? Без него никуда. Пробуем на соль и на специи. Просто божественно. Ну что, мои друзья, наконец-то мы доварили нашу шурпу. Ну так что, вердикт. Пробуем нашу шурпу. Запах отличный. Картофель у нас отлично сварился. Горячая, не представляете, какая вкусная. Морковь сладкая. Прекрасный суп. Великолепный. Я немножко добавил перчинки туда, кавказского соуса. Он именно добавил этот вкус, когда можно есть и опять есть. Это просто шикарно. Попробуем наше мясо, нашу грудку. Как она на вкус? Грудка нежнейшая, горячая. Лук зеленый придает вообще идеальный вкус лета. Не представляете, как это вкусно. Великолепная шурпа получилась на курице, на говядине, на свинине, на баранине, тем более на общедоступном продукте курица. Так что советую вам, если у вас найдется время свободное, буквально час-полтора. Это все займет. Не обязательно брать казан, можно взять какую-нибудь большую кастрюлю, литров на 20. Если у вас большая семья, можно взять больше. Вот. И приготовить это прекрасное блюдо. Это блюдо, как у нас и первое. Оно может служить как и второе, потому что тут много овощей и картофеля. Также достаточно много курицы. Вот. Я не стану упоминать, что очень это блюдо будет любимым нашим детям, потому что здесь нежное мясо куриное, и оно им это очень нравится. Вот. Хотя они не очень любят первое блюдо, но при этом хотя бы поедят курицу. Так что советую вам приготовить прекрасную шурпу. И не забываем ставить лайки. Все. Алёша поехал за песком. Блядь, не подождал, блядь. Блядь, чего не мог сказать, что за песком поехал? Я вот просто вижу, у меня прям мысли уходят. Потом обрежь, по-моему, это все. Вот.
на нашем канале. Все, сейчас скажу. Завершающее слово. Завершающее слово. Все, сейчас скажу. Так что всем приятного аппетита. Прекрасной вам шурпы всем. С вами был Димас, оператор Антон. Всем хорошего настроения и отличных улыбок. Увидимся. Пока-пока.